Братульцы мои, всем привет! Дмитрий Виноградов, YouTube-канал «Мужская тропа». На дворе у нас 10 июля, вот-вот уже скоро начнется охотничий осенний сезон 2023. Мы с нетерпением все его ждем, но пока, как говорится, еще межсезонье. Мы постоянно выезжаем в леса, занимаемся своими собаками. Да и знаете, вот на днях уже прошел где-то пару дней, был дождик. Решила сегодня выехать, в первую очередь, это для того, чтобы мой курсхар Ричард поискал птичку, мы с ним поработали в поле, да? Ну и также попробуем поискать грибы. Скажем так, у нас сегодня с Ричардом день тихой братской охоты. Возможно, Ричард найдет птицу, а я найду грибов, чтобы их пожарить с картошечкой. Так что, друзья мои, поддержите наш канал подпиской, усаживайтесь поудобней, и мы начинаем. Вперед. Сейчас идем на поле, а в поле растет мелкий березняк. Я уже не первый год замечаю, что в начале сезона, когда только-только грибы начинают появляться, в лесах делать нечего. А вот именно на полях, на таких как бы опушечках березовых, грибы растут и довольно-таки неплохо. Тем более, еще раз замечу, у нас лето в этом году суховатое. Но вот пару дней были небольшие дожди, и такие, конечно, участки, как в полях именно, да, дождю легче промочить почву, нежели чем в лесу. Ну, а там сегодня, конечно, посмотрим, правильно я мыслю или нет. Так, друзья, первый грибочек 2023. Но грибок червивый, такие грибы, конечно же, мы не берем. Подберезовик. Сразу смотрим внимательно на месте, где мы нашли грибок. Возможно, здесь есть еще. А возможно и не. Да, вот. Вот видим еще один грибочек. Стоит в травке. Но вы знаете, судя по грибам, видно, что им не хватает влаги. Они прям такие, знаете, ну суховатые. Тоже гриб червивый. Нет, такие грибы, друзья, я уже не беру. Сухо, сухо. А, ну вот еще. Раз, два, три, четыре. Но все эти грибы 100% будут такими же червивыми, так что даже их резать я и не собираюсь. Да, все грибы, все червивые. Ладно, идем дальше. Тут же прям рядышком вижу еще грибочек стоит. Вот он такой в травке. Посмотрим его. Ну и тоже гриб червивый. Вот, весь поедем червяками. Сухо. Нужны дожди. Кстати, вот пока хожу, ищу грибы, вижу, что уже кто-то ходил до нас. Уже во многих местах прям по траве натоптаны следы. Возможно, кто-то тоже пытался найти грибочков на суп или на жареху. Вот, кстати, вот подберезовичек, видите, гнилой лежит. Вон подберезовик. Ну и вот даже вот уже тропки натоптанные. Жалко, что речуха грибы искать не умеет. Так был бы мне хорошим помощником. А вот, кстати, друзья, и первый грибок. Отлично, наверное, так думаю. Посмотрите, какой красивый подосиновик. Сейчас я его сфоткаю и отправлю в свой телеграм-канал. Друзья мои, я завел себе свой телеграм-канал, так что вам, если интересно, обязательно подписывайтесь. Постоянно буду выкладывать туда какие-то фото и видео со своих охот. Ну что, давайте его срежем и посмотрим, хороший грибочек или нет. Ну вот, подосиновичек, друзья, вот такой красивый. Ну, такого грибочка, конечно же, мы заберем. Пока лажу здесь по кустам в надежде найти еще грибочки. Я их, друзья, уже вижу. Вот они. Я так понимаю, что это опять червивые подберезовики. Их, друзья, на самом-то деле много. Много. Ходишь, смотришь, грибы-то есть. Вот еще подберезовики стоят. Вот они. Но они все червивые.
нужен дождь. Нужен дождь. Пока только вот такой один красавчик попался, которого можно взять домой. Ну вот видите, в принципе, я был прав. Вот такие как раз вот места в полях с березками очень перспективные. Дело все в том, что сухо. И грибов много нахожу, но все червивые, кроме одного подосиновика. Все, что под березовики попадаются по пути, ну, на них даже смотреть страшно и не хочется их трогать и руками. Просто все уже засушливые, все червивые. Вот такие, братцы, вот дела. Ну ладно, пока ходим и ищем. Раз нашел один, возможно, есть шанс найти и другой. А у тебя здесь что? Привет! 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 Привет, Ричи! Привет! Привет, привет, привет! Привет! Ну? Привет! Привет! Ну? Карастель, да, наверное, здесь сидит? Ну, сейчас мы ее с тобой не поднимем никогда. Она здесь будет плотно сидеть. В таком бурьяне. Давай, 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 ищи, ищи, ищи. Ищи, 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 Ричик, ищи. Давай, 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 давай. Ну и где она? Где эта хулиганка? Да, речуха сработал по карастелю. Да, но его поднимать в такое время тяжеловато днем. Но хорошо встает на крыло именно утром или вечером, как я заметил. Вон они грибы, видите? Вот они грибы, много их. О, все червивые, вот грибочки стоят. Я думаю, что под березовики-то мы вообще сегодня хорошие не найдем при такой-то погоде. Да, вот, все грибочки, все червивые. Не беру такие, парни, грибы никогда. Пишите в комментариях, берете ли вы червивые грибы или нет. О, речуха по грибам бегает. Сбивает. А вот, кстати, и хороший подберезовик. Речуха, ты хороший подберезовичек сбил. Вон их сколько, друзья, вон их сколько. Все в грибах, посмотрите. Ну, сейчас я здесь чуть их подрежу, возможно, и хорошенькие попадутся. Посмотрите, вон их сколько. Это все подберезовики. Все подберезовики. Вон они и маленькие есть. Так, ну что, друзья, есть среди вас съедобные грибы сегодня или нет? Фу! Мошкой подавился. Есть ли хоть среди вас один съедобный гриб? Вот, отлично, подберезовик, этого берем. Ну, большие даже смотреть, наверное, смысла нет. А вот что грибочки поменьше, посмотреть, конечно, стоит. Червивый. Ну, судя по ощущениям, этот гриб, наверное, тоже червивый. Ну да, тоже червивые грибы. Ладно, идем дальше, пеструша. Замечая последние годы, в наших полях стала появляться ирга. Я не знаю, как это случилось. Может, кто-то это и сажал целенаправленно. Но кусты попадаются очень часто. Возможно, кто не знает, ирга — это такая кустовая ягода. Друзья, она, ну, очень вкусная. Обалденная ягода. Пробовал я из нее компот. Тоже очень вкусный. Вот она, друзья. Вот так выглядит. Но реально, ягода очень вкусная.
Пойдем, речуха. Это что за такой за слоновый гриб? Огроменный. И речуха там стоит. Бипер пищит. Это что у нас, подберезовик? Друзья мои, посмотрите. Я так понимаю, что это белый. Но просто огромнейший. Огроменный гриб. Я думаю, что он тоже, наверное, будет весь червивый. Ну, вы посмотрите. Ну, просто огроменный, а. Весом, наверное, килограмма, я не знаю. Килограмма, наверное, два. Да и вот начинаю всматриваться, а здесь, друзья, прям, ну, очень много подберезовиков. Вот они все стоят. Вот они все стоят, но все червивые, просто все червивые. Вон, вон. Вот грибок. Просто все червивое. Давайте-ка разрежем вот этого. Посмотрим, как у него. Посмотрите, друзья, гриб-то отличный. Просто отличнейший гриб. Вот он. С такого одного гриба можно сварить смело суп. Шикарно. Берем. Тут же вот грибочки стоят. Даже вот такие маленькие грибочки, а. Все червивые. Их очень много. Очень много. Они кругом. Вот. Но даже вот такой грибочек, и то червивый. Так вот смотрю, иду. Все в подберезовиках. Просто усеяно подберезовиками. Вот они, видите. Но все они червивые. А это что за красавица у нас, кстати? Этого-то я и не приметил сразу. А ну-ка. Тоже подберезовик. Тоже червивый. Хотя был очень красивый. Вот такой вот. Жаль. Так что, друзья, кто еще не знал, берите вот такие вот места всегда на вооружение. Если грибы есть, они в первую очередь будут расти именно в таких местах. О! А даже два. Вот они стоят. Вот они стоят. Сухо. И грибы червивые. Кстати, это вроде бы чистый гриб. Сейчас проверим. Сейчас мы его сломаем. Да, этот гриб хороший. Этот гриб я беру. Подберезовик. Друзья, забавная ситуация такая произошла. Сейчас, когда речуха встал в стойку по наситке, по куропачей, и бипер пищал. И приехал мой друг, запарковался, говорит, звонит мне и говорит: это, говорит, ты там с собакой лазишь? Говорит, я твой бипер слышу, говорит, за километр. Я говорю, я грибочки собираю. Сейчас вместе пойдем погуляем, чтобы собачки наши поработали. А видите, а я пока все грибы хожу ищу. Но пока все только червивые. Их на самом деле, ну, очень много. Неужели я пришел так поздно в лес, что они успели все зачервивить? Вот подберезочек такой тверденький. Сейчас мы его проверим. И вот еще грибок тоже стоит. Ну, судя по внешнему виду, грибочки такие должны быть хорошие. Сейчас мы их ножом разрежем и посмотрим. А нет. А нет. Червивые. Но это вроде еще, может быть, и нет, тоже червивый. Вот так, парни, грибов куча, просто тьма. Если бы они были бы хорошие, набрал бы уже большой пакет. Буквально в течение там, ну, наверное, за эти полчаса. Пока как-то так. Вот еще грибочек какой красивый стоит. Что это у нас такое? А это, друзья, белый гриб. И он просто шикарный. Посмотрите, какой шикарный белый гриб. Вот, рабочие места. Именно вот такие пятачки и плешки березовые в полях. Очень здесь любит расти грибок. Что, этого красавчика пока отправляем в пакет. Так, еще один грибочек. А это у нас
подосиновик. Вот какой шикарный подосиновик. Так не хочется, чтобы он был червивый. О, отличный. Ножку срезали, ножка червивая была, но сам грибочек прям хороший. Вижу еще подосиновик один. Очень маленький. Вижу еще большой подберезовик. Ну, его даже трогать не буду. Так, где подосиновичек? Вот еще подосиновичек какой. Ребятки, какой красавец, посмотрите. Во! Ну, вот это уже, конечно, шикардос. Убираем это все в пакетик. Слышу уже вдалеке свисток товарища. Пойду пока выйду ему навстречу. Пойдем вместе поработаем с собаками. У него собака молодая, бретон. Зовут Локи, и вот он его готовит к охоте. Все-таки Рич уже у нас парень опытный. И, возможно, как-то поможет Локи научиться разбираться в запахах и искать птицу. Хотя мы до этого с ним уже ездили и не раз. И Локи порой срабатывает очень даже хорошо. И в стойку встает. Но бывает такое, что и просто мимо птицу проходит. А все потому, что у собаки еще нет настрела. Все-таки настрел должен быть. Как ни крути, чем больше ребята охот с собакой, тем собака будет более грамотней. Более, как бы, ей будет все понятно, что от нее требуется. А вот и наши с Ричем общие друзья. Он, Локи встретил. Локи, привет! Привет, Лок, привет! Пойдем! Пойдем птичку искать. Два товарища. А ты знаешь, Лех, нормально набрал, сейчас покажу. Очень много червивых. Но кое-что и взял. Ты знаешь, на жареху-то уже набрал на хорошую. О, ну, слушай, да. Подосиновики белые. Ага, классно. А подберезиков просто тьма. Здорово. Подберезиков просто тьма и все червивые. Вот, парни, по поводу бипера, как его слышно. Вот Алексей говорит, был метров, ну, наверное, 200 вот, точно от вот, меня. Вот тот перелесок. На той стороне, ну, метров 200 точно. И говорит, бипер слышно. Ну, просто отлично. Так что классно. Видишь, сейчас Алексей себе купил точно такой же бипер, как и у нас. Теперь Локи тоже нарядный парень ходит, чтобы не потерялся в траве густой. Вот и Локу, видишь, вроде бы пахнуть начало. Давай, Лёх, подводи, 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 подводи. Вот где-то наверху, смотри. Стоять! Молодцы! И ты видишь, Лок включился, видишь? Да. Молодцы! Молодец, Локи. Рич, ко мне! Рич, ко мне! Ко мне! Ко мне! Сид! Молодец! Молодцы! Молодцы! Вперед иди еще побегай, иди! Вон Ричуха в стойке опять стоит. Ветер хороший, прям на нас. Пробуй, Лех, вот так иди. Левей. Я так понимаю, прям с правой стороны от Рича где-то птица сидит. Подводи, подводи к Ричу. Привет, Рич, привет! Стоять! Стоять, команда! Парни, ну, когда с собакой работаешь в поле, тем более, когда ты ее натаскиваешь, бывает, нужно и чуть-чуть поругаться, и покричать не без этого. Так что не обращайте внимания, самое главное, что собаки работают, ищут дичь. Это самый важный фактор. Все остальное, по остановке собаки, это уже, как говорится, все придет с опытом, да, Лех? Да. И у нас, и у собак. Так что самое главное, они работают и ищут птицу. О, Рич стоит. Подводи к Ричу. Привет, Рич! Привет! Вот,
Да, да, красавчик. Подожди, Лех. Давай, 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 давай. Вот Лех встал. Вот, Лех, давай теперь. Молодец. Стоять! Молодец! Хорош, Локи! Молодец. Красавчик! Лох, а Лох. Ты видишь, Лех, речка здесь стоял, она, возможно, под ветер сместилась и прям под Локи Лох, ушла. Иди, иди ко мне, мой хороший, иди, молодец. Молодец, Локи, молодец. Не успел я, команду, конечно, дать. Ну вот, парни, вот так молодец, уже молодой Лехин пес начинает срабатывать. Возможно, речуха учит потихоньку, да? Ну да. Отлично. Ветер боковой. Рич предчувствовал ее изначально и стоял. А ветер вправо, она, возможно, сместилась и как раз под ветреную сторону именно под Локи зашла. И Лок на нее отлично встал в стойку. Вот, парни, класс. С собаками нужно заниматься постоянно. Парни, ну вот такой у нас день сегодня тихой охоты. Прошел удачно, и грибочков я набрал. И по птичке собаки поработали наши отлично. А мы теперь бежим к машинам, потому что вот-вот начнется дождь. Уже капельки срываются, так что всем спасибо за просмотр. И увидимся на рыбалке, наверное.